Итак, всем привет, это канал Gadget X. Новый Alcatel K8000 занял почетное место среди долгоиграющих аппаратов. В нем установлен аккумулятор на 8000 мАч, которого, по заверениям производителя, хватает на 5 дней использования без подзарядки. Как выглядит смартфон в реальности? Поместится ли он в кармане брюк? Насколько быстро и плавно работает этот гаджет? Ответы на все эти вопросы производитель дал в видео, в котором он нам показал ключевые возможности новинки. Alcatel K8000 выпускается в трех цветах – черном, синем и золотом. Работает он под управлением Android 7.0 Nougat с минимальным количеством настроек от производителя. На видео показана работа сканера отпечатка пальцев, расположенного спереди под экраном. Он срабатывает и разблокирует смартфон практически мгновенно. Также производитель показал систему жестов и режим управления одной рукой, что при диагонали дисплея 5.5 дюймов крайне полезная опция. Стандартное приложение камеры поддерживает несколько режимов съемки, в том числе и с возможностью ручных настроек. И в завершение производитель показывает, что аппарат все-таки спокойно помещается в кармане брюк. Технические характеристики Alcatel K8000 такие: 5.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением HD, 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, поддержка карты памяти microSD, двойная основная камера с сенсорами на 13 и 2 Мп, 13-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор емкостью на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9 Вольт 2 Ампера, 2 слота для сим-карт, поддержка 4G LTE, Android 7.0 Nougat. В Alcatel обещает, что предзаказ на K8000 откроется в конце этого месяца. Во время предпродажного периода смартфон можно будет заказать со скидкой.